Анна Ерофеева делает первые шаги по новому льду. Большой каток оборудовали рядом с ее домом в Перхушкове совсем недавно. Говорит, раньше катались на расчищенных естественных водоемах. Поэтому пока на тонком льду чувствует себя неуверенно. Страшновато немножко. Сначала по стеночке, потому что не хватает, наверное, времени действительно. Больше надо на себя, больше на лыжи, больше спорта, не знаю. То все, на работу. Я здесь работаю в Перхушковской больнице, поэтому времени не хватает. Теперь навык придет быстро, ведь научиться кататься на таком льду несложно. Застройщик нового квартала в Перхушкове решил заранее разнообразить досуг будущих жильцов и тех, кто проживает в селе уже давно. Таким образом был открыт благоустроенный современный каток, который отвечает всем стандартам. Вот порядка 700 квадратных метров его площадь. Вот, как видите, он оборудован и бортами, то есть можно и в хоккей поиграть, и просто на коньках прийти, там, да, и взрослым, и детям. Вот, поэтому открыт он будет круглосуточно, абсолютно бесплатно. Здесь можно взять на прокат коньки любого размера или прийти со своими. Обустроена теплая раздевалка, есть уличное освещение. Руководитель партийной фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев отметил, что такой жилой объект и новый каток – это подарок для всех жителей нашего округа. Что мы будем сотрудничать с вами, контролировать вашу работу, чтобы добиться максимального успеха и гордиться той территории, которая появится на этом, появляется уже. Да, это как русское поле, как его всегда называли. Большой семейный праздник, горячие угощения в честь открытия и массу положительных эмоций от зимних катаний получили здесь и взрослые, и дети. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».